Это набережная Венеции. Вот сейчас мы идем, куда, черт его знает, пока не ясно. Это вот набережная Венеция, это Николай. Николай идет. Вот она какая-то, пирс. Мы, говорит, куда-то сейчас поедем еще. Не знаю. Будем сейчас. Ладно, я тут. Сейчас мы садимся на барракуда, вот она. Едем в сторону Венеции. Это на острова. Вот Николай идет. А где я? А вот он я, оказывается, да. Вот сейчас мы отъезжаем со стороны, итальянской стороны, в сторону Венеции уже, на острова Венеции. Вот мы поворачиваем пароход наш, барракуда. Мы уже отъезжаем в сторону Венеции. Вот здесь море, вот какое на нас. Вот здесь реально лайнер какой-то стоит, непонятно. Какой-то Grove Princess, какая-то принцесса. Вот она. Были на какой-то рафинерии. Здесь вот исторический центр Венеции. Это только что подъехали на пароме. Сейчас будем осматривать экскурсию по достопримечательностям Венеции. Венеция какая-то здесь. Гондолы. Вот гондолы, это что, кто такие, туристы какие-то едут. Вот еще гондолы. Это Венеция. Это вода вот. Да. Вот мы на Дворцовой площади какой-то. Это центр Венеции вроде, не знаю, не пойму. Что такое? Вот это еще что такое? Вот Николай стоит. Николай что-то прячется. Че, куда? Николай. Это же Венеция. Это же Венеция, Николай. Понимаешь ты? Thank you.
Вот еще центральная площадь, я недалеко отошел. Что за площадь, непонятно. Это связано вот с этой, вот с этим, как вот, обелиском. Мы, кстати, туда залезем в сторону. Туда там лифт, говорит, работает. А вот этот дворец какой-то вот он. Вот это какой-то вход центральный. Ага. Вот гондолы, смотри, какие-то разукрашены, как красиво сделаны, каждый там и золотом, значит. Вот сажает людей, по 6 человек, говорит, сажает, там отправляет. Вот улочки сами какие-то интересные. Вот сажает людей уже здесь. Вот я иду по улочкам Венеции, они узкие, какие-то такие маленькие. Ресторанчики попшил походу. Николай пошел покушать, я тоже. Вот они узкие какие. Узенькие улицы, узенькие, узенькие. Вот это узенькие, узенькие. Вот смотрите, какие узенькие улицы. Есть всевозможные маски, вот они рекламируют. Всякие сувениры. Всякая разница, бум-бум. Вот еще улочки полностью забитыми гондолами. Посмотрите, кто. Вот улицы там, которые нету. А вот сюда подходим. Вот здания сырые такие. Это уже в другом месте, уже снимаемся. Здесь магазинчики, магазинчики. Смотри, наверху балкон. Магазинчики, магазинчики. Опять гондолы эти. Вот опять гондолы, смотри. Одинаковые здесь сидят, думаю. Вот смотри, интересно, сейчас мы на самом том мосту, знаменитом. Вот здесь также все продолжается у нас, как обычно, гондольеры. Вот он, мост вот этот знаменитый. А это Николай. Пойдем в ту сторону. А где наш? А ты что сюда пошел-то? Там наш. Мы же просто фотографируем. Мы же потеряем их с моста. Вот у нас спуск идет. Это с этого же моста мы спускаемся с внутреннего, со стороны не реки, а со стороны этого всего.